страшной аварии, унесшей жизни сотрудников сервисной буровой компании, обвиняют водителя КАМАЗа. Такую предварительную версию опубликовало сегодня Ямальское управление ГИБДД. Согласно ей, вчера на 709-м километре трассы Салехард-Сургут водитель КАМАЗа пошел на обгон, не убедившись в безопасности своего маневра. Только выехав на полосу встречного движения, он заметил внедорожник, но было уже поздно. Произошло лобовое столкновение. 4 пассажира «Тойоты» погибли на месте происшествия, а водитель КАМАЗа был госпитализирован. Напомню, все 4 погибших – сотрудники общества «Сервисная буровая компания».